магазин «Пятерочка», отказываются обслуживать без маски. А где написано, что нельзя обслуживать без маски? Скажите, пожалуйста. Да? А это какое-то постановление или что это? На основании чего вы отказываетесь обслуживать покупателя? Постановление магазина Геры. Замечательно. Магазин Геры у нас является каким-то отдельным государством. Это Ватикан или что? Да, это к нашему начальству. Да, ну вот, пожалуйста, позовите их. Давайте сейчас будем решать вопросы. Угу. А вы, по-моему, да, тут на прошлой неделе мне кричали, что не будете обслуживать. Проходите. Вы руководство? Да, здравствуйте. А почему не обслуживаете без маски? Сказано было, что не обслуживать без маски. А? Где это сказано было? При входе объявления 4. Да. А на основании чего? Нечего взять без маски. Ну почему нечего? Вы являетесь руководством, вы являетесь должностным лицом и говорите своим работникам, что не обслуживают людей без маски. На основании чего вы отказываетесь обслуживать? Вы мне не разъяснили вообще ничего. У вас нет же? Тогда, пожалуйста, скажите своим сотрудникам, пускай они пробьют мне йогурт, и я пойду дальше. Вот так вот у нас общаются руководство магазина «Пятерочки», ТРЦ «Гера». Вот еще мужчина. Вот. Странно. А почему у вас привилегированные люди есть, которых можно без маски обслуживать? А, то есть все-таки можно без маски обслуживать? Ну, сейчас как закончится ваш цикл? Научились сколько раз телефоны? Да, научились. И читать научились, и закон изучили. Это постановление, если что. Будет. Постановление, что там написано в постановлении? Что написано в постановлении? Так это вы, видать, не научились. Написано что? Применять маску. Я ее применяю. Мужчина, не надо меня снимать, я не буду вас обслуживать. Уже взяли мои деньги.